Дорогие девочки, мальчики, доченька, привет. Теперь я буду махать тебе каждый раз. Каждый раз. Сегодня я... А мужу привет что-нибудь передаешь? Муж рядом. Не перебивай меня. Сегодня я опять готовлю кабачки. Реально уже надо на зиму заготовки делать, потому что их некуда просто девать. Собрала кабачки. Мы как раз вот видео снимали про салат. Я думаю, надо икру делать, потому что на грядке еще больше, чем здесь. И сегодня у меня салат такой, ну супер бюджетный, но очень вкусный. Поэтому я, видите, уже сколько их накрошила. И еще продолжаю. Ну я взяла вот один кабачок, и мне его нужно порезать соломкой. Кабачок я порезала, вот примерно где-то грамм 600 здесь будет, наверное, чистого веса. Теперь я вот взяла такие три луковки, я думаю, грамм 150 они весят. Я лук порежу полукольцами, а вы по желанию, как вы хотите. Здесь не принципиально вообще. Почему я готовлю сразу так много? Потому что этот салат можно использовать даже в качестве гарнира, ну, к мясу, например, там. Или как салатик покушать. Все, искрошила. Сейчас иду обжаривать лук. Я поставила разогревать сковороду. И ежели бы я не снимала это на видео, я бы просто налила сюда 5 ложек масла. 5. Ну, примерно бы налила, не мерила бы. Все, разогревается у меня, и я тут буду обжаривать лук. Кладу лук и обжариваю его минуты 3. Говорится, получилось быть нее способным поваром, поваренкой. Так, 3 минутки обжарили. Теперь постепенно кабачки кладу сюда. Мне их надо обжарить до мягкости. Ну и чтобы водичка выпарилась. Пока у меня кабачки обжариваются, я подготовлю зелень. А из зелени у меня вот такой лук, он такой чесночный. У него запах и вкус чеснока. Чеснок с луком, короче, смешанное. Ядреный. Скрещенный. Ну, это мне тетя подарила рассаду, и я его посадила. Тетя из Казахстана, надо будет. Да. А еще она мне подарила вот этот фартук, сама сшила. Зелень порезала. И чесночок теперь. Чеснок тоже измельчайте, как вам нравится. А из зелени берите то, что вы любите. Я вот петрушку сегодня не взяла. Можете хоть что, хоть кинзу, хоть петрушку. Этот салат настолько прост и настолько бюджетный. Ну и также, конечно же, он очень вкусный. Он просто возвращает вам деньги даже, не берется. Такой бюджет у него. Ну я сюда же, к зелени, чеснок отправлю. Так, теперь мне нужно яйца подготовить. Я вот взяла 6 яиц, потому что яйца такие мелкие. Зато сейчас бюджетные. 33 рубля. Да, муж купил. Десяток. Так, сейчас мне нужно их соломкой тоже
Мне сегодня нужно все продукты порезать соломкой. Я воспользуюсь яйцерезкой, которую я вчера приобрела. У меня до этого были, я их все выкинула. Во вчерашнем видео приобрела. Очень удобно, а то я совсем уже как в пещере. Все ножом, все руками. Прелесть. А треугольником можно резать яйца? Хоть пятиугольником сиди вырезай. Пока там Лариза готовит зелень, яйца, мне тут надо мешать, оказывается, перемешивать. Ох, видали? Взяли золотистое все изнутри. Ой, сейчас супа это повыпадывает. Я сама помешаю. Ничего страшного. Мужчины тоже должны готовить. Самый лучший шеф-повара это мужчины. Ты знаешь про это? У меня папа мой готовил. А вот мой папа не готовил. И сынок готовит у нас. Никогда в жизни не готовил эти еду. А тут в связи с тем, что стали снимать видео, ну приходится, видите как? Я начинаю приобщаться к миру прекрасному. К миру еды. Ну еда, это же прекрасно. Тем более кабачки там. Надо на большом огне это, чтобы вода выпарилась. Воды здесь не было. Вода из кабачка, да, я так понял? Ну да, жидкость лишняя, влага. Такого состояния обжарили кабачки. Они уже очень вкусные, но я их не солила, чтобы они у меня тут влагу еще больше не дали, я поэтому ее не присаливала. И еще хочу что сказать сразу же, пока тут я нахожусь, что я показала, что я добавила 5 ложек масла подсолнечного, когда жарила. Ну, вы, дорогие девочки, добавляйте столько, сколько вы хотите масла. Может, у вас кабачок меньше, может, больше. Поэтому смотрите сами, может, вы больше хотите масла. Можно оливковое масло. Все, это больше у меня в кабачке. Ой, в этом салате не будет никакой заправки. Вот кроме как масла, на котором жарится кабачок. Все, выключаю и жду, пока остынет. Перекладываю в чашку. Сейчас жду, когда остынет, и можно будет собирать салат. А я пока тем временем должна еще огурчики порезать, тоже соломочкой. Огурчики у меня уже помыты. Я их нарезаю соломкой. Запах у меня, девочки, фантастический. Тут чесночок пахнет с этим луком. Тут кабачок жареный уже. Прямо аж слюна бежит. Особенно, когда голоден. Тут огурчики свеженькие. Обалденный. Я вот так подумала, так это салат-то почти диетический. На оливковом масле обжарить это, и все. И супер-мупер. Правда же? Вот, девочки, можно худеть с таким салатиком. Сейчас модно худеть. Поэтому мы в последнее время зациклились. За бесконечность худеем. Чтобы анорексия была. Да. Я не представляю себя такой. Ой, девочки, пошутила с вами. И буду дальше худеть. Да, лопать булки. Пойду сейчас шоколадку возьму и начну. А, кстати, шоколадку Аленка я сточила. Мужу там кусочек дала от нее. Он сегодня ходит, говорит, а что, больше нет шоколадки? Говорю, я уже сточила ее, все, не доела. Ой, тебе не кажется, что очень вкусно пахнет? Кажется. Не огурчики такие миленькие. Собственного производства. Да, я не знаю, девочки.
У меня столько кабачков. А вот помидор как-то мы их едим, едим. Я собираю, и мы сразу съедаем. Придется готовить икру с томатной пастой, что я никогда в жизни не делала. У меня мама всегда с томатной пастой готовила. Ну вот сейчас вот, например, у меня нету помидор столько, чтобы готовить из них томатную пасту. И все, что я готовила в прошлом году, я вот ее использовала и уже купила баночку пол-литровую. А сколько было, все использовала. Такая хорошая паста, сколько стояла в холодильнике и не закисала. Не то, что не закисала, а даже плесенью не покрывалась. Так, поговорила с вами о томатной пасте, обо всем. И быстренько так время прошло, я почикала огурцы. Сейчас единственное, что я жду, это жду, когда у меня остынут кабачки. Я вот не полностью, видите, у меня тут есть немного влаги вместе с подсолнечным маслом. Но так как у меня заправки не будет, это как заправка будет у меня. Как гарнир получится из кабачков с огурчиками. Нереально вкусно. Ну, ждем, пока остынет, и собираем салатик. Ну все, девочки. Собираю салатик. Попробовала вот. Сейчас еще попробую, не могу удержаться. Нереально вкуснятина. Даже вот в таком виде. Без соли даже. Сейчас я это посолю. Я же не солила. Немножечко перемешаю. Так, что я сюда сразу добавляю? Зелень. Ну, чтоб вы видели. Так, огурчики. И яйца. Теперь я это все перемешаю. Даже встала. Сейчас я перчик еще возьму черненький. Посыплю перчиком черненьким, посыплю еще чесночком сушеным. Ну, это мне так захотелось. А вы смотрите сами, что вы хотите посыпать. И еще немножко сюда соли сверху. Ой, я предвкушаю. Видите, как это все бюджетно и все просто. А представляешь, запечь курочку? Завтра я запеку курочку. Завтра у нас день строителя. Да. Надо отметить немножко. Ну и все. Салатик готов. Уже можно его подавать к столу. И кушать. А можно не подавать. Видите, какую бадью я его приготовила? Я думаю, он на ура улетит. Наесться им невозможно просто. Все время хочется снова и снова. Сейчас еще сфотографируем. Вкусно как. Девочки, на этом я закончила свое видео. Если вам понравилось готовить вместе со мной этот салатик, то, пожалуйста, не забывайте мне ставить лайки и писать комментарии. Я несказанно всем комментариям рада. Иногда они у меня вызывают грусть, иногда радость, иногда я смеюсь. В общем, всем рада. Не забывайте про нас. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока и до новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Накладывает уже покушать. Сегодня у нас, видите, опять ужин какой. Картошечка. Огурчики. Картошечка кабачок. У меня без зелени. Просто я масло сливочное положила, чтобы растопилось. Потому что зелени у нас здесь предостаточно. Поэтому я не клала ничего. Ну давай пробуй. Ой, ну я же знаю, что это вкусно. Я уже ела это. Нереально. Углеводики. Вот тебе и похудение. Да, кушай. Ну-ка, мы попробуем. А вы это кто? Вы камера. Да. Мы, Юрий Григорьевич. Очень вкусно. Хрустят огурчики. Просто божественно. Прощайся уже с девочками. Я лучше с мальчиками попрощаюсь. С девочкой я еще посижу.
покушаю. Всем пока.